Добрый день всем. Сегодня у нас понедельник. Дел много. Но перед тем, как начать дела, зайду к своему другу Пате выпить кофе. Открыто. Привет. Пата есть? Он, по-моему, вышел, если не ошибаюсь. Вышел? Значит, директора нет на рабочем месте. Пойдем искать. Пата придет через час, и не оказалась на месте. Значит, пошли делать дела. Мне надо купить кое-какие сувениры, поехать на почту, отправить посылочку. Это как местная, одна из местных достопримечательностей, такая маленькая Италия, Грузия. Вечером играет музыка, живая. Овечку рядышком с собой и буду гулять по городу. Пойдем. Грузинка будет вам показывать грузинские сувениры. Вот я сейчас приблизительно так же выгляжу. Нет, вот так. Приобрести из сувениров. Обязательно
спиртное. Оно продается достаточно интересно в таких не бутылочках, как это правильно. Не поломай ничего. Может, вы... Посмотрите, вот можно приобрести. Это чача внутри, да? Да. В виде хачапури аджарского. Ну, достаточно интересно. Я думаю, что из Грузии везти, конечно, нужны и бутылочки обычные, вино, бутылки, в которых вино. И можно приобрести вот такие интересные. На подарочек. Либо для себя достаточно. Либо хинкали. Обязательно хинкали, это такое. Без этого никак. Вот большой хинкали с чача. Значит так, родные мои хейтеры, если будете много разговаривать, я буду для вас вот это. Вот это барышня. Ясно? А, кинжал. Снять кинжал. Ваше здоровье. И рюмашки тоже симпатичные. Можно приобрести. Ну, как бы, для чего? Для того, чтобы было весело, когда приедете из Грузии. К вам придут гости, а вы такие, ну что, выпьем? Достаете хинкали, достаете такие рюмочки, и у вас будет грузинский вечер. Тапочки из грузинской шерсти. Это ручная работа. Такие из грузинской шерсти. Это тоже ручная работа. Конечно, это не дешево. Сколько это где-то приблизительно? Эти по 80. 80, да. Ну, красота. Красивые же. Разные расцветки. Девочки. Ну, это как... Не то, что даже как сувенир. Это как напоминание. Самая настоящая Грузия. Она у вас будет греть ваш зимний холодный вечер. Еще девочки есть. А я не видела. Все время мальчики, мальчики. Боже, какая красота. Ничего себе. Вот это да. С грузинским носом. Посмотри, какая прелесть.
Ларису Ивановну хочу. Пашные. Мы достаточно красивые. Что-то неудачненько сделали. Красота. Гамар джобат, чему геносвали. Я хочу пожелать вам, чтобы над вами всегда было мирное небо. Выражением. Только вот так. По-мужски. И смотрите. Пусть это больше получается. Там не слышно это? Что-что? Когда едут. Ну слышно, а что делать, девочка? Вы громко. Ты лови момент, когда громче говорите. У меня камера включена. Говорите громче. Давай, Тоня, скажи, пожалуйста, тост. Каумарьус. Кем-то.